Приветствую, друзья! Сегодня я буду расписывать бокалы, свадебные бокалы для своей сестры. Такие есть красивые бокальчики как раз на роспись, на свадьбу. У меня есть вот такие контуры красивые. Белый цвет, золотистый, с такой блестинкой золотой, темно-золотой и белый перламутровый. Цвета я буду, скорее всего, использовать бело-перламутровый, этот с блестинкой. Вот так выглядят бокалы. Смотрите, как красиво. Сердечком. Нежное. Стекло довольно-таки крепкое. Вот и я хочу такие красивые узоры на свадебную, возможно, тематику. Ну, чтобы это выглядело хотя бы нежно, изящно. Что мне еще для этого понадобится? На всякий случай. Ватные диски, ватные палочки и антисептик. Для чего? Когда я буду расписывать бокалы, и если что-то пойдет не так, соскользит рука, да, дернется, не такой красивый узор будет, чтобы можно было сразу антисептиком с помощью ватных дисков или ватной палочки, если это чуть-чуть надо где-то потереть, убрать рисунок, пока контур не высох и не закрепился полностью на бокале. Для начала мне нужно антисептиком обезжирить бокал. Итак, обезжириваю. На ватный диск брызгаю и протираю. Отставляю. Обезжириваю. Отставляю их полностью просохнуть. Смотрите, можно сделать наподобие таких завитушек. Такие незамысловатые, симпатичные, нежненькие. Вот еще фиолетовые такие, тоже красивые. Тоже простой узор можно тоже сделать. Такие интересные. Видите, тут такие вот завитушечки. Можно потренироваться, допустим, на бумаге, да? Вот. Раз, допустим, завитушка, да? Можно также сделать по всему периметру. Эта линия должна быть тоньше. Проставить маленькие точечки. Ставить здесь точечки. Это такое быстренько вам показала. Так, раз, 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 раз. Или здесь раз, 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 и тоже точечки, что-нибудь такое ажурное придумать. На бумаге это всегда легче, это я вам так быстренько показываю, какие могут быть узоры. Тряпочку я внутрь бокала засунула, чтобы лучше было видно узор. Давайте проставим сначала точечки. Это у нас будет начало нашего узора. Сильно я не выдавливаю.
точечки проставила. Я буду проводить вот такие вот линии. Вот, но это я линию нанесла, чтобы отметить, где примерно у меня будут следующие точки. Примерно расстояние около сантиметра. Так, примерно так. Провожу. Все это делается аккуратненько. Теперь иду наискосок в обратную сторону. Представляю, ищу точки между этими. Теперь я буду рисовать большие завитушки, они будут в разные стороны наклоняться. Где-то подправляем завитушки. Чтобы сделать в начале большую каплю, нам нужно прислонить легонько контур к бокалу, надавить чуть-чуть и протянуть завитушку. Исправляем наши завитушки, делаем их красивыми. Делаем изящные узоры. Протягиваем и продолжаем
пока делать еще такие завитушки. Дальше мы будем их украшать. Вот смотрите, друзья, что на данном этапе. Тут завитушки мы сделали. Вот еще завитушки тут я сделала. Я подожду, когда они чуть-чуть подсохнут, и мы уже будем добавлять дальше такие завитушки, где-то больше делать каплю, где, видите, полу такие прозрачные, я буду также их заполнять светом, буду подправлять их, чтобы они выглядели более объемные, и такой был красивый, изящный узор. На втором бокале я тоже прошлась, вот видите, сделала такие эсочки, завитушки. Жду, пока они высохнут, чтобы легче потом было с ними работать.